9 декабря 2023 года спортивно-патриотический клуб «Ярополк» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации провел межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» в формате телемоста в 15 городах России, посвященный военнослужащим, участникам специальной военной операции. Очень символично, что сегодняшний турнир, посвященный нашим ребятам, находящимся в зоне СВО, как раз проводится по различным единоборствам. Давайте пожелаем им скорее вернуться домой, вернуться с победой. В городе Ростов-на-Дону турнир «Герои Отечества» прошел по рукопашному бою, где приняло участие более 300 спортсменов и более 1000 зрителей. Это мероприятие, по моему мнению, было организовано для того, чтобы дети, внуки помнили своих отцов, дедов, чтобы они оставались у них в памяти, чтобы нынешняя наша молодежь, у нее вырабатывалось чувство патриотизма, долга перед Отечеством, чтобы они старались и возвышали наше Отечество на более высшие новые уровни. С раннего утра и до позднего вечера в зале проходили поединки. В глазах этих детей только победа. Победа в спорте, победа в жизни, победа над собой. В течение всего дня можно было наблюдать, как проходил турнир в других городах России. Это давало понимание, что мы вместе, что спорт объединяет и делает нас одной большой семьей. Каждый спортсмен показал себя, свои возможности, свою подготовку и был рад участию в турнире такого уровня. Дорогие ребята, спортсмены, также их не тренеры, я вам желаю всем успехов, не останавливаться на достигнутом, идти вперед, никогда не расстраиваться о проигрышах, потому что каждый должен запомнить, что после небольшого проигрыша всегда есть победа. В планах на будущее спортивно-патриотического клуба «Ярополк» – это расти, вовлекать больше городов и участников в спортивные мероприятия, воспитывать в подрастающем поколении патриотизм, силу и мужество, помнить свою историю, не забывать традиции. Не просто держать планку в уровень невероятному, не каждый выдержит нагрузки кратные обратному, и перед боем будут пружины, что давно на взводе, готовы каждую секунду выпрыгнуть на волю. Пока ты молод, закаляй силу воли и помни, хорошие поступки в несколько раз неподъемней, ведь только человек со стержнем способен на подвиг. Найди в себе силы, бороться и помнить. Тем, кто рожден летать, не суждено ходить под солнцем, рекордами поставив под сомнение законы физики, природы, вопреки преодолев отметку, недоступную други все выше поднимая метку. Так закалялась сталь не раз уже доказано, в каждом из нас горит огонь победы, духом связаны, и это создает того, что могут чемпионы. Удивляет